Доброе утро, малыш. Сон малыша в летнюю ночь, да? Малыш, ночь уже закончилась. Просыпайся. Столько событий. Кто-то гуляет, кто-то родил. Вставай! Мы еще ездили по саванне, когда люди с пушков спрашивают. Очень интересно, очень. Да куда ты лезешь? Спрашивают, а где малыш? А где малыш? А малыш вот лежит, медитирует. Малышек, тебя так любят люди. Столько у тебя поклонников. Ты фактически там на втором, на третьем месте по любви. Люди пишут, показывайте малыша почаще. С удовольствием, друзья, показывала почаще. Но... Оба. А, там тигриные игры. Но он в этом году как-то так вот... Ну, можно минуту постоять рядом, поснимать. Просто когда малыш... лежит или сидит, ну, можно две. Но дальше это просто уже как бы неинтересно. Малыш, малыш. Нет, ноль эмоций, фунт презрения. Я уже вам говорила и продолжаю говорить, что я не снимаю по заказу, вот вы там пишете, там снимите того, я снимаю всех, где что-то происходит или кто что делает, допустим, да, когда лев просто вот лежит, как сейчас малыш или сзади Персей за его там спиной. Смысл снимать? Я люблю снимать действия. Что-то происходит, кто-то что-то идет там, бегает, прыгает, на худой конец кушает, я не знаю. Это интересно. А стоять и просто снимать, вот, да, снимите малыша. Вот снимаю малыша. Поэтому я достаю камеру тогда, когда что-то где-то происходит. Да? Скажи, вот то ли скажи мы. К нам только подошли, да? Только подошли, а мы уже все, а мы уже играться. Да, воду пить, играться, на лапы становиться. Скажи, конечно, интересно, потому что есть движение. Движение – это жизнь. Вот что ты делал? Дуй балай. Что ты делаешь? Движение – это жизнь. Что ты делаешь? Закрой глаза, скажи, да? Скажи, закрой глаза. И вот так. Вот такое полосатое брюшко. Не знаю, я сама, знаете, на них смотрю, друзья, и сама не верю, что вот они год назад были вот этими маленькими котятами. Теперь просто огромные животные. Началась перекличка в праде Олежки. Обычно ее начинает Аслан. Учука, как всегда, любовь. Прекращай ломать зубы. Три, четыре морды, и все разные. И все такие полосато любимые. Так, а тут у нас... Привет. Ну. Гарем царя. Вот царь тоже. Флегматичный лев. Да? Ты флегматичный лев.